А сейчас нанесем немного глянца. Что? Порция глянца, я готова к выступлению. Мой скейтборд будет сверкать. Нет. Нет. Глянец закончился! Это какая-то ошибка. Мы не могли остаться без глянца. Ошибок нет. Весь Малибу остался без глянца. Мы обратились к председателю местного глянцевого комитета за комментарием. Я призываю всех своих поклонников сохранять спокойствие во время кризиса. А? Я уверена, что скоро мы снова станем яркими и блестящими. Барби, даже отсутствие глянца не может тебя смутить. Да, я всегда сохраняю оптимизм. Кого я обманываю? Я на краю гибели. Мне нужен глянец. Я примчался, как только узнал. И принес утешительный набор для Барби. Салфетки, пирожные, но главное, плечо, на котором можно всплакнуть. Все это напоминает прошлогодний дефицит лосьона для волос. Это была трагедия. Но не бойтесь, все под контролем. Получилось. Мне удалось получить искусственный глянец. О, Кен, наши заботы позади. Я назвал его Смуглянец. О, дай проверить. Мое покрытие стало блестящим. Я не могу опустить руку. Кажется, с клеем я немного переборщил. От смуглянца нет проку. Спокойствие. Я достану для вас глянец. Если Кен берется за дело, он доводит его до конца. Понюхай, Таффи. Последняя бесценная капля настоящего глянца. А теперь возьми след. Я чувствую аппетитный вкус свежей говядины с ароматом пряного соуса. Кому вообще нужен глянец, если есть бижутерия? Бесполезно. Глянец ничем заменить невозможно. Интересно, как будет выглядеть кукла с глянцем? Может, стоит приклеить звездочки? Челси? У тебя есть глянец? Глянцевый кризис достиг невероятного размаха. По всей стране прокатилась волна глянцевых бунтов. Ну, где ты обнаружила глянец, Челси? Что-то вы странно выглядите. У вас проблемы? Челси, спаси нас скорее. Глянец! В следующей серии Барби Life in a Dream House. Он мой! Он только мой!